утро, город. Доброе утро, у вас смена ведущего. Желаю вам хорошей перспективной игры, пообедать в сильнейшей команде. А нашего день начинает игрок номер один. Госпожа Вегас, ваша минута. Доброе утро, город. Ну, чудесная завершающая игра. Если вы мне позволите, я передам привет. И все равно у меня выстоит, все равно я попилюсь. Мне просили ребята передать привет из Варшавы, господин Дикей, господин Модный, господин Айс. Вам привет, спасибо, что болеете, смотрите, тратите свои выходные на эти игры. Вот, что там происходит, игрок номер 5? У вас какая-то очень ценная, важная информация, вы не хотите слушать мой привет или в чем дело? Ладно, скажу какие-то свои цвета, вообще сегодня про террористов, про детей говорила, про юных леди, про что я сегодня только не говорила на первом номере, все равно находится 2, 3, 4 человека, которые меня подозревают. Поэтому, я думаю, нет смысла там какие-то супер-мега окрасняющие речи говорить, я скажу свои цвета, вы меня найдете. Я думаю, этого будет достаточно. Все, я игру красный, победы красный. 10 секунд. Спасибо и вам, господин Алексей. Так, я пока не нашел, поэтому выставляю один. Вообще, я в этой игре ненавижу игрока номер один. Объясню потом, почему ненавижу. Ну, потом ты поймешь, почему. Я красный, мне было на самом деле скучно играть последние игры сегодня. Я даже красно специально очернялся. То есть, допустим, там маску... теребил ночью, ну, то есть, чтобы быть черным игроком для соседей. Но я так понял, что никто на это не обращает внимания, на самом деле. Не в этой игре, а было в прошлых играх. Я перестал делать. Просто мне было скучно. Хотелось бы эту игру, на самом деле, выиграть. Ну, потому что надо выиграть. Не потому что мне нужна победа какая-то для команды, а просто есть некие факторы, в котором хочется эту игру выиграть. Всем спасибо. Спасибо. И вам, господин Мохаммед Али, ваша минута. Вы все загадками разговариваете, поймете, почему ненавидите, потом еще что-то. Смотрите, у меня второй краснее, чем первый, но первая речь нейтральная довольно-таки, передала привет и сказала, что цвет вы все равно мой не находите, поэтому второй больше красный. Я думаю, что первая может быть любым цветом. Мне не показалось, что она черная. То есть я помню, у меня была игра, где я был на первом номере сидел, передал привет, и меня все за это подозревали, в принципе. Но это нормально, что тебя подозревают. Вы поговорите на попиле, ваш цвет станет понятным лучше. Мне показалось, что вы красный эмоционально. Ну, то есть то, как вы выражали свои мысли. Второй поговорил тоже неплохо. У меня второй краснее, я думаю, второй скорее красный. То есть именно по его речи. Первый цвет нейтральный, но ближе к красному. Поэтому проверить три. Ну, хорошо, проверьте три. Я свои цвета озвучил, секунд. У меня с этим проблем нет. Проверьте три, что дальше? Думаете, я разберусь? У вас время? Спасибо. Госпожа Котельки, ваше мнение. Смотрите, реакция красного игрока, когда его начинают там, как это красиво сказать, атаковать. Его красная реакция должна быть, меня проверят, вы уйдете, я попилюсь, вы я заголосую или еще что-то. Ладно, хорошо, аргумент не тот. Давайте так, аргумент другой будет. Пожалуйста, просто потрясающе. Я не знаю, откуда вы приехали, один человек мне перед игрой испортил настроение, показал, я сейчас буду красный, ты черный. Одно дело, когда радуется своим каким-то удачам, другое дело, когда радуется, что кому-то нехорошо. Поэтому игрок номер 8. Я просто с этой мыслью засыпала, мне сиренево. Смотрите, он сказал сначала, второй краснее первого. Потом он озвучил, что когда первая начала жестикулировать, что первая поговорила неплохо и добавил, говорит, ну второй тоже неплохо поговорил. Вы начали речь с того, что второй краснее. Мне кажется, что третий подозрительный. Я не знаю, как это объяснить, просто... Да, проверка третьего мне поможет. Мне кажется, до меня всех красных игроков нет. Поэтому первый игрок говорил, я вас сильно красный не нашла, но вы сейчас показываете, что игрок красный. Мне кажется, это не очень выгодно. Спасибо, господин Бэттенблэк, пошел. Так, кстати, я играю с 4, независимо от цвета 3. Я ты понял, что показывал? Я тебе пробел показывал. Я еще буду вынуть. Вот, 6 заочно подозреваю. О, какой хмурый. Я еще не сказал, ты уже хмурый был. Так, привет, да, я тоже Краснодару и Югу всем привет передаю, спасибо, очень приятно, все, значит, так, вы считаете два краснее один, да? А ты считаешь, ты краснее один? Не, краснее один или нет? А по речи? По речи тоже, да? Ну, все, я думаю, не врет. 2-4 команды. Не, я простой доверчивый, твоим эмоциям доверился, ему просто. Ты считаешь, ты краснее? Ну, я тоже не против, но пока, ну, значит, 1-2-4, нормально так? Все, она тоже не в обиде. Три красных? Нет, подожди, я играю с 4. Все, я играю только с 4. Это уже не пойдет слишком. Два красных. Ну, значит, правильно изначально сказал. 2, 4, 6 подозреваю. Спасибо. И у вас время? Спасибо.
госпожа Крис. Смотрите, я человек обидчивый, и если вы говорите такую речь про игрока номер 6 уже заочно, я вам этого не забуду. Вот я буду помнить всю игру, пока буду сидеть за этим столом, что вы в ноль сказали, что я победительный игрок, а я игрок красный. Так что вы своим потом это сказали, я это запомнила, буду анализировать речи без речи игроков, игрока номер 5. Смотрите, мне показалось, что есть какой-то мат в 1, 2, 3. Мне именно показалось, что там нету двойки черных, потому что второй так поговорил по один. Мне кажется, если бы вы были вместе черными, я бы, ну, я бы на месте игрока номер 2, если бы была черная с один, я бы поговорила по-другому. А третий именно так поговорил, сказал сначала акцент, что краснее 2, потом что-то помусорил и по каждому пытался найти какие-то непонятные аргументы. Поэтому мне показалось 3 не с 1 и не с 2. Просто в 1, 2, 3, мне кажется, есть какой-то маф. Если ты подозреваешь 1 и показываешь красный 3, тогда смещаются акценты на 1, 2. Но мне показалось красное 4, которое сказало, что подозрительный 3. Смотри, у меня один вопрос такой. Мне показалось, что именно ты там или его слышала, или... Спасибо! Господин Сабирин. Доброе утро, город. Тоже последняя игра. Передаю привет ребятам из Ванкувера, Сиэтла, Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорк, Майами. Смотрели, писали в чат, хотя там другое время, там вообще ночь. Так, теперь по игрокам. Мне 2 речь не очень зашла, но 3 потом назвал самым красным. У меня такая речь была эмоционально не очень. Не знаю, почему все называют красным, но за 3 я 2 даю больше красный цвет, поэтому я поиграю в команде 2, 4, 5, но при этом я бы хотел помирить 5 и 6. Потому что если оба игроки красные, вот это вот за 0 заезд на 6, и потом 6 такая говорит, что 5 будет это припоминать до конца игры. А если оба красные, мы проиграем эту игру красными игроками. Я красный игрок. Я вытащил 13-ю красную карту. Я хочу выиграть красным игроком последнюю финальную игру. Красиво. Вот, поэтому один послушай на попиле, пока я играю 2-4-5, не против 6-3, мне не понравилась речь, и не понравилось, что вы 2 назвали краснее 1. Как-то так. Спасибо. 10 секунд. Спасибо и вам, господин фармацевт. Ваш игрок номер 4, я не такой упоротый игрок, который будет играть. То, что я показал, это была специальная мульпи кидал, кто это заметит и так далее. Но когда мы был такой обряд, рюки же взяли, то есть потом я смотрел на меня, на вас, но вы сразу маску надели, уснули. Я хотел показать, если я красный, вы тоже можете быть красным. Ну, это не дождались. Это не оправдываю, что я типа и так далее. Вы можете быть красным игроком, просто у 7 сейчас хорошо поговорил, у вас может быть потенциально 1-3 команды, понимаете? Вы окрестняете второго игрока, просто 4 игрок хочет проверить игрока номер 3, если он даже будет красный, у вас по-любому между 1 и 2 будет черный, правильно? Это ваша речь, игрок номер 4. Я вам обращаюсь. Да или нет? Не знаете уже? Да, вы должны сказать да, потому что все так играют. Что? Нет, я не хочу говорить, что вы черный игрок, игрок номер 1. Просто реакция третьего мне понравилась, когда он сказал, и что, я разберусь, что ли? Все засмеялись, но я думаю, ну, не посчитал за этот... Короче, что, я думаю, что игрок номер 4 может быть красным игроком. Я думаю, что второй может быть красным игроком. И даже за такую команду он. Я могу дать вам второй пол. Господин Диди, ваша следующая. Добрый город, играют 2-7-8, более-менее уверенно. Мне кажется, там черных игроков мало. По цвету второго игрока, мне кажется, что просто ему невыгодно. То есть, вне зависимости от того, второй черный, три красный, допустим, второй игрок на стол показывает три красные, когда 4 протоковала 3. Нет смысла, когда второй вместе черный с третьим игроком. Нет смысла этого делать, это камень, который может утащить его на дно. Поэтому посчитал второго игрока скорее игроком красным. Седьмой просто понравился. Да на самом деле, что я буду врать, 7-8 оба эмоционально понравились. Давайте не будем пока 5-6 мерить. Я бы предложил сделать проверку у шестого игрока. Мне кажется, проверка была бы хорошая. Потому что, во-первых, шестой игрок сыграл с четвертым игроком, а теперь и шестой игрок будет подозревать пятого игрока. Нет, ну на вас забросили. Плюс мы же все, я не буду врать, все там ждут каких-то, что кого-то могут убить, кого-то не могут убить. Поэтому для меня проверка 6, если первая на перестрелке поговорит хорошо. И вас команда моя 2-7-8. Спасибо. Господин Дети, ваша. Я сам представляю прежде всех тех людей, которые за этим столом говорят, чтобы с пятым 1-5, выставляю 5. Принято 6. 5. Привет, Ереван, привет, Армения. Надеюсь, теперь вы знаете, из какой я страны. Теперь давайте, да? Те люди, которые сказали, что второй красный отцепили из этого паровоза третьего и назвали третьего не очень красным, они все максимально непонятны. Здравствуйте, господин Диди. Госпожа Конфетка, вы сказали, что все адекватные красные, когда их просят на проверку, говорят, если я проверюсь, вы уйдете. Я попросил вас на проверку, этой реакции от вас я не увидел. Мне это как трактовать, что вы не красный игрок в этой игре? То есть я вас заподозревал, когда вы начали третьего атаковать, на
ход, от которого я ожидал от вас естественной вашей реакции, я решил послушать. То есть я считал третьего красным, третьему начали втыкать за то, что он заиграл кого-то между 1-2. Условно, если второй черный в этой игре, он его назвал очень красным, черные могли бы сотоптать. Я пока играю 3-7-8. В топчиках не разобрался. Вас хотите правильно У нас в городе все высказались, я прошу убрать руки с игрового стола. Мы приготовились к процессу голосования. На голосование 2 игрока, 1-5, 1-5. Итак, город, кто за то, чтобы стоп таким образом? 1. Спасибо, 5 голосов. 5 голосов пятому игроку. Фол, господин Диди. Автокатастрофа по 30 секунд. Газ, пожалуйста, ваш 30 секунд. Интересный вы парень, такой интересный. Смотрите, попилилась с пятым игроком. У вас позиция, как у женщины легкого поведения. Вы то с тем сыграли, то с тем, то с тем. Вы не тот игрок, не того уровня, который будет не знать, с кем сыграть. Скажите, да, все, не хочу играть с первой, подозреваю один или еще что-то. Будем бороться, будут какие-то аргументы. Но я не знаю, ну помазал. Я подумала, что четвертая, уверена, красная, не будет черная конфета говорить за вот эти, типа, вам поражение других игроков, типа, доставляют большего удовольствия. Это человеческие какие-то вещи, которые четвертый игрок, я думаю, не будет горячо. Спасибо. Господин Багенбойк, ваш 30 секунд. Чуть не совпадает. Единственное, меня устроил 9-й поговорил, и поэтому, возможно, у него команда правильная, 2-7-8, там не факт, что много черных. Вы как поговорили, не устроили? Да, я сыграл, меня устроил, поговорили. Значит, я также подозреваю 6, то есть ничего не поменялось. И по идее 3-10 должен быть черный игрок, вы называете третьего красным, поэтому по идее подозрительнее вы. Это там не так вас подозреваю, как 6, еще подумал, но 6 подозреваю сильно, как подозревал. Вот, вас время, спасибо. Мы переходим к повторному голосованию среди игроков 1-5. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1? Спасибо, 5 голосов. 5 голосов. Поставьте, пожалуйста, 5 игроку. Быстро. Оба игрока покинули стол. Кто за то, чтобы оба игрока покинули стол? Благодарю, это недостаточно. В городе незамедлительно наступает ночь. Прошу всех надеть игровые маски. Хода и запущен этот игре, получает бесплатно конфетка, вас там ночью беломатика, ваша запущенная музыка. Ну и вы очень своеобразные, я не знаю, то есть вы странно, ну странный подход вообще к самой игре. Ну, то есть, напихать мы каждый можем, поверьте, то есть мне всех просто воспитание надо позволяет. Смотрите, я подумала, что в 1, 3, 5, 6 есть черные игроки, минимум двое. Я объясню почему. То есть первая на папиле сказала, у нее игроки 7-10 покраснее, 8, ну, 7-10 красные, 8 покраснее. Пятый начал речь с того, что у него 9 игрок красный, его команда правильно. Поэтому мне это было подозрительно. Между прочим, я еще не сказала, что фол, подождите, стоп, подождите, это рано. Поэтому ваша речь я на папиле услышала, я красная, это, конечно, очень приятно, но там есть красные, которые меня красные не нашли, то есть даже при всем эмоционале. Запишите лучше ход 1-3-6, пускай. 1-3-6 принято. Смотрите, да, я знаю, я объяснила, да, нет, согласна, что пятый должен быть подозрительный, я выбираю, что девятый не очень красный должен быть. Но, понимаете, второй сказал третий красный, я не поняла, ну, не нашла. Ну, госпожа, конфетка у вас время. Спасибо. Провожаем аплодисменты. Я хочу напомнить, что
У господина Бекенблэка 2 фала, господина фармацевта 2 фала, господина Дидиети по 1 фалу, остальные без фалов. Наш новый день начинает господин 07, ваша минута. Вставляю один, смотрите, ошибки, первый проект. Не шериф, это нота, просто согласуем первого. Я бы поднимал бы 1-7 еще с кем-то, не знаю с кем, потому что вы все время смотрите на игрока номер один, весь круг посмотрели на игрока номер один и что-то спрашивали. Да, я знаю, что он сказал, что 7-8 красный, но он меня называет красным, поэтому пока против 9 я не играю. Поднимал бы 1-7 и, наверное, кого-то среди 5-6, где пока мне кажется, что... Что? Не, я знаю, что типа 5-1 не должно быть вместе с черными, но 1-3-7 понять? 1-3-6. Ты думаешь, что 6 более черные? Не знаю, как бы 6 мне понравилось. 10 секунд. Короче, либо мы поднимаем кого-то, либо просто голосуем игроков 1-7. Два круга. Спасибо. Спасибо и вам, господин Мухаммед Али, ваша минута. Один, если шерифа другого нет, особо один. Ну, типа, вы думаете, что попилится тройка черных? Типа тройка вообще любая с первым, который черно проверен. Смотрите, я седьмого игрока тоже немножко заподозревал, ваши акценты мне не сильно понравились. Второго, ну как бы второго считал красным на ноль. Между 5-6 не знаю. Я не могу сказать, что мне понравился пятый на перепиле, но если первый проверен на черный, то скорее на игрок красный. Хотя она могла попилиться с своим черным, в принципе, тоже. Между 5-6 тогда получается 6 чуть менее красная, потому что, ну, если мы рассматриваем версию, что первая черная. Поэтому мне, в принципе, даже попил устраивает 1-7 и еще кто-то, если попилится. Просто смотрите, между 5-6 только один черный, вы красный, 10, я думаю, красный, первая черная, 9-8 типа, последний черный. И у вас время? Мя. Спасибо, господин Бакенблэк, ваша минута. Если 20, ты не будешь уверен, что 1-5 не вместе черные, я пойму, что разберусь, проверишь меня. Если я покажу проверить мне, короче, проверишь меня, окей. Если я там черный, то хорошо, 1-5, ну, не так еще плохо, да? Ну, если я пойму, что разберусь, тоже хорошо. Хотя я считаю, что по ней должен быть красный, больше игрок. Значит, подозреваю 6, она, ну, очень эмоциональная девочка, я с ней играл, она красный была. Я и черный с ней играл, и красный с ней играл, она красная была два раза. Она по-другому играет, я думаю, она черная. Ты думаешь, красный 3, 7, 8, 9, 10, значит, черный игрок, по идее, один должен быть, если не ошибся, в 6. Сейчас послушаю, я покажу, ну, если я разберусь, я пойму, что разбирался, я тебе буду проверить 5 просто. Если, ну, буду считать, что не жестко разобрался, я дам кого-то там на проверку, решишь его или меня там, ну, то есть... 10 секунд. Пам-пам-пам. Я думал, никаких сетей не будет, не шип точно, не. И у вас время. Спасибо. Гаспар, Крис, ваша. Смотрите, другие вскрытия будут. Я кивала на речь 4, когда она уходила, потому что у меня 3 проверены черные. Проверяла из-за нее игрока номер 3. Вставляю 3. Принято 3. Смотрите, вы можете делать в этой игре все, что хотите. Я шериф, у меня 3 проверены черные. Проверяла игрока номер 3 из-за того, что 4 игрок сказал, что игрока номер 3 сначала надо проверить. Мне казалось, что есть какой-то маф в 1, 2, 3. Я сказала эту речь на 0. И я думала там разобраться. Первый игрок получается теперь игроком красным. Второй. Я ошиблась в том, что уже там не один маф, а двойка. 2-3, наверное, 2-3-5, но вы не находите меня игроком красным, игрок номер 9, я не знаю, что с этим делать. Я просто не знаю, я вот шериф, я действительно не знаю, что с этим делать. Этот человек просто забрасывает на меня заочно. Мне после этого вас красным считать, да, надо? Угу. 10 секунд. 3. Есть же какой-то красный среди 5-9, мне кажется. И у вас есть? Мя, спасибо. Господин Саверин Ханак, ваши минуты. Я только одного не понимаю. Игрок номер 2. Вот вы там нашли или кто-то вам скрылся с ником черный. Ко мне какие претензии? Я игрок. Я смотрел просто на всех игроков. То есть я, там, не знаю, смотрю. Я не знаю, почему вы считаете, что я смотрел на один и что я из-за этого черный. Даже если я смотрел на один. Я потом смотрел на 4, когда она разговаривала. Я, как красный игрок, пытался мирить игроков 5-6. Я думаю, что
По вашей версии, может быть, даже команда 1-5-6 какой-то вселенной. Но при этом игроки, то есть игрок номер 8 сыграл в позиции 2-7-8. Я сыграл вообще 2-4-5 и 6 не назвал такой черный. Девятый выкинул вас, сыграл с третьим. То есть у меня вот вопросы, что если здесь не 1-5-6 черный по вашей версии, то где-то там должны быть черные игроки, потому что я, кстати, знаю, я красный. Я... Мне 3 не понравилось. Вы сыграли, сказали, что 3 у вас. То есть получается у вас 2-3 черная команда, а у вас 1-6. А кто у вас третий черный? И у вас 3. Мя, спасибо. Господин, фармацевт. Господин, ну тема принципиальная сейчас. Первый или третий идет? Да, я тоже. Вставляй 3. Отлично, 3 уберем. Потом 1 уберем. Просто за подъем поставил игрок номер 4. Я добил, потому что первый игрок на побили мне показал, сказал 4-й красный. Я смотрю на ручки 4, она ставит, я сразу ставлю. То есть, и кто еще ставит? Я 8, кто ставил на подъем? А, 6 ставила? Ай-яй-яй. У вас она значит черная. Понимаете? Ну по игре нет, а так черная. То есть она хотела вас типа своего черного. А ну она же видит, что ручки не набираются, понимаете, может поставить. Ну у вас 1-6 черные. Сейчас с третьего снимем. Давайте с третьего снимем. По вашей версии я буду играть сейчас. Третьего снимем. А кого больше подозреваете? То есть 2-3 кто? 10 секунд. Между 5-9. Все, мы это запомним. Спасибо, Пас. Спасибо и вам, господин Пузик, ваши минуты. Вы, вижу, на предательство настроен. Я вас от такого необдуманного поступка спас. Когда вы хотели первого игрока сломать, мне руку выставили, я сказал, фолом своим пожертвовал. Я на этом турнире фолами дорожу. Так, мне кажется, ну, нет, я объясню в любом случае это сейчас, потому что два круга будем играть, баланс будет скучно. Я красный в любой версии. Потому что я сыграл 2-7-8, там пока черных игроков такого шестого игрока наблюдается. Плюс есть второй, я не буду своего дона вытаскивать, показывать два красных. Зачем, если человеку потом скрываться, он в любом случае будет в контркоманде, пока к нему привязываюсь. Поэтому я не с 2, я не с 3, тоже для вас, потому что я сыграл с 2, несмотря на то, что он показал третий красный, показывал, спрашивал у него, это красный или 3, потому что меня этот цвет беспокоит. Я не с 1, не с 6, потому что на своей речи сказал, что нужно проверить 6, если первая поговорит плохо на перестрелке, то нужно проверить 1. Поэтому я подозревал всех и 1, и 3, и 6, и у вас если я черный с 2, то своего дана 2 будущего. Спасибо, господи, едьте ваши минуты. Я думаю, госпожа конфетка смотрит эту игру. Я хотел сказать, что типа у меня проблем с воспитанием особо не наблюдается, я достаточно адекватно отношусь к людям, я вам втыкал какие-то игровые моменты, которые мне показались не очень красными. В любом случае вы отстрелянная красная, я не знаю. Может вы правы, может не правы, но давайте в принципе, наверное, не стоит такими словами бросаться на камеры, те люди смотрят эти игры. А что вы хотите, чтобы я позицию давал? Я не буду давать, типа... У нас два круга баланса, скучная игра, я буду спать, кайфуйте, танцуйте. Меня, наверное, кто-то проверит черным, может не проверит никто, черным проверит красным, может сейчас грохнут в этой игре. 10 секунд. На предыдущий круг с 8-м я сыграл 3-7-8. 8-й скрипт сыграл, не помню. У вас 2, да, спасибо. Госпожа Вегас, ваша минута. Выставляю 2, выставляю 3 на голосование. Смотрите, я думаю, у вас потенциально 5-й игрок черный, он игрок не глупый, он тем более, так как он сыграл на 0, думаю, он вряд ли окажется красным игроком, который не попал по всем абсолютно цветам, по вам заочно, и здесь он сыграл с 2, сказал 2-4 сыграл, да, не мог здесь определиться, поэтому, думаю, будет черный 5. Вот, вы черная проверка можете быть только в команде 1-6-10, да, вы предполагаете, но у него пока в топе 7-й игрок, у него 7-й чернее, чем вы, поэтому зря переживайте, конечно, если сейчас 7-й начнет как-то эмоционировать и окрасняться, тогда, может быть, вы будете у него игроком черным. Я вам показала на нулевой круг, что я думаю, что вы игрок красный, но вы просто куда-то рулите не туда, потому что второй ничего хорошего не поговорил. Человек сказал перед игрой, значит, он мне сказал, я ему говорю, потру твой шерифский палец, может, достану шериф. Он говорит, я вас ненавижу за одну вещь. Как вы думаете, я на попиле могу попилиться с 2, выкрикнуть, стреляю в 2, что-нибудь сделать? У нас в городе все высказались, я прошу убрать руки локтевого стола, мы переходим с голосования за голосование, выставим на 3 кандидатуры в следующем порядке. 1-3-2. 1-3-2, именно так вот голосование. Так, город, кто то, что стол поднял игрок номер 1? Спасибо. 2 голоса. Кто то, что стол поднял игрок номер 3? Спасибо.
7 голосов. 0 голосов второму игроку. Господин Мухаммедали. Ваш совершенно. Насколько по фану, что вы не голосуете второму проекту? Ну, обидно, я типа хотел эту игру выигрывать. Снимите после меня один, если она проверенная черная. Ну, смотрите, лучший ход 1-3-6, там как бы есть и я, но есть игроки 1-6, поэтому версия как бы второго игрока приоритетней. Кого вам проверить? Вы разобрались? Проверить вас? Вы разобрались, что второй шериф. Тогда пятого не проверяйте, проверьте кого-то между 7-8, я думаю. 10, мне кажется, 10 красных. Но если вы считаете, что 10 не красный, а вы красный во всех командах, то можете проверить 10. 10 секунд. Я думаю, между 7-8 последний. Спасибо. Спасибо, и вам, уважаемые друзья, из-за игрового стола. В нашем городе незамедлительно наступает ночь. Все надевают игровые маски. Вы видели перемаяк, что они дали перемаяк 1-6, да? Так проверки, может, вы покажете? А пятый черный у вас. Первый черный от этого. У меня красный. Вы видели перемаяк 1-6. Так как она это вообще показала через весь стол, так? Так не, ну вы же понимаете, что я не буду... Да, вы что думаете, что вы меня разведете на такую штуку, если вдруг 2-5 минут черный, дайте просто подумать. Второй... Шрифтский палец. Подумать про шрифтский палец. Смотрите, я думаю... Именно поэтому я ее ненавижу, поэтому сказал об этом. Да я понял уже, все. Вы заработали в пол, господин 07. Я думаю, ты понял, вторую ночь... Привет, 10-го, как в следующую ночь, я считаю, что их 2. Спасибо. Вам продолжаем видеть бурные аплодисменты из игрового стола. По фалам ничего не изменилось, добавился один фон у господина 07, господин Баттенблэк, у вас 2 фала, формация 2 фала. Наш новый день начинает господин Баттенблэк, ваш минут. Представляю один, ну, значит, во-первых, я 9-му до ночи, вы же видели, показал, то, как только она показала, что я на 9, то есть я сразу показал, то есть я до ночи я показал 9-му и пушу, он дал оценку. Ты прошлись, ты вскрылся, правильно? Прошу, тогда не плохо, значит, ладно. Ну, я думаю, у вас какие-то мысли должны быть, почему я на выборе очень 6 черный посчитал. 1-6, ну 9, а ты не увидел, да, что я туда показал? Вам, значит, проверь 7, ну ты же хотел 7, проверь 7, потому что, ну, она майкует ей, но я стрел на нее весь круг, больше никому. Значит, единственный вариант, что это может отстучать. То есть, ну, если бы она майковала 10 или 8, я бы скорее это увидел. Аргументы она, будут, кроме выдуманных? До свидания, майкова. Наберешь. Mm-hmm. Значит, без какие аргументы у нас баланс? Что? Mm-hmm. Просто сказали, можно вообще ничего не говорить, правильно, mm-hmm. у нас баланс. Аргументы будут, когда вас не будет, вы их увидите по телевизору. Mm-hmm. 10 секунд, спасибо, Киеван, господи, с вашей минуты. Так, смотрите, я шериф, я действительно шериф, он начал играть заочно против меня, я не понимаю почему, может быть он там слышал меня, еще что-то, я не знаю почему игрок номер 5 начал играть заочно против меня, он игрок проверенный черный, в эту ночь черная команда 2, 3, 5, повторяю, 1 на голосование. Человек перед ночью показал, что стреляется игрок номер 9 и использует, и второй игрок скрывается, что 9 у него сейчас проверенный красный. Но он же считает пятого красным, правильно? Пятый показал, стреляется 9. Почему второй идет проверять игрока номер 9? Потому что среди вас ему надо дать кого-то черным с нами, ребята. Кто-то будет черный. Или вы, он хотел вас поднимать. Или вы герой, который хочет потом снять меня, шерифа, в этом городе, который не разобрался. Или вас будет давать проверенным черным. Вы сами уже начинаете об этом думать. А я шериф. Я ничего плохого в этой игре не сделала. 4 сказала, черный 3 подозревают. И мне показалось, и она могла его слышать. Из речи. Поэтому... Ба, госпожа Крис. Господин Сайберенко, на ваш минут. Чувствую, тут кричать будут.
Нет, не буду. Не, просто я не знаю, кого снять первым один или шесть, потому что это команда найдена. Шесть снять. А какая? А вам какая разница? Ноги тоже будет защищать вашу версию? Да. А вам принципиально 1 и 6, кому из вас уходить? Не, ну просто объясните. А вот... Не, ну потом все равно кому-то, кого-то ему придется дать черным, правильно? Uh-huh. Если он меня даст черным, я определюсь версией. Uh-huh. Не, ну смотрите, да, баланс, скучная игра. Нет, сейчас-то мы снимаем, мы же сняли три. У вас два мафа за столом, секунд. У него три мафа за столом. Uh-huh. А почему один, а не шесть? Какая вам разница? Какая вам разница? Ну один же тоже будет. Я в этой игре шериф, я хочу выиграть, я буду сидеть и разговаривать. Вот, госпожа Крис, и умейте, пожалуйста, эмоционально. Гарбенс Америка, ваше время закончилось. Гарбенс Америка, ваше время. Стальной игрок номер один. Я же вам сказал, я же вас, вашего третьего черного снял же. Давайте теперь возьмем. Просто вы на тот круг, у вас был девятый правильный красный, поэтому я спросил, вам принципиально, он сказал нет, он сам свои ручки третий убрал, первый момент. Девятый отстрелян, говорит, второй больше шериф. Я не знаю, как, какие завещания у четвертого игрока, но есть игроки, у которых попадают. Он сказал 1-3-6. Наверное, она хотя бы одного черного попала, игрок номер 4. Понимаете? Хотя бы одного. Нет, я просто, имейте в виду. Просто десятый поговорил, седьмой поговорил, я сам красный. Наверное, она не давала бы, так не замазывала, пятый точно красный же, правильно? Не подозревайте вообще, а кто больше чернее между 70 у вас, как, кто думаете? Вы проверите. А, нет, сейчас мысли есть, кто почернее? Ну, десятый поговорит, покажите, кого будете проверять, мне интересно. Че, почему это надо? Ну, первое, я буду голосовать, просто 1, 6 и кто между 70. Спасибо. Господин, есть ваши люди? Я в этой игре, наверное, буду пассажирить или не пассажирить, это покажут. Следующее голосование выставляю. Это мне морально, физически истощен, но могу воспрять. Могу. Я в вашем цвете по ходу турнира мало ошибался, правильно? Конкретно в вашем. Ни разу в вашем не ошибался. Все время давал четкий цвет. Помните этот момент. А с вами мы не играли. Толком. То есть, ну, один раз вы были черным, а второй бы вы стрелялись. В вашем цвете тоже так ошибся. Умеете звуковое сопровождение? Сейчас я по нулю посчитал, что вы либо дом, либо шериф. 10 секунд. Скажу, ну, тебе вы шериф, но эмоционал у вас не шерифский. Это чтобы вы понимали. Оставляю один пас. Спасибо. И вам, госпожа Вегас, ваша минута. Оставляю два на голосование. Значит, еще раз, два. Второй игрок на ноль мне фактически вскрылся, что он шериф. Если кто черный, знает, кто из вас черный, стреляется второй игрок, я спалю себя. Пускай шестая уйдет, ее подозревать. Стреляется игрок номер два. Кто черный среди игроков? 7, 8, 10. Кто там маг? Кто? Вы маг? Он не знает, кто маг. Он думает, что вы покраснее. У него маг в среднем 7-10 того, что он сказал. Я игрок красный. Сейчас он пытается рассказать, что он проверил 9-го красным, а меня черный. Если он скрывается с моей черной проверкой на прошлый круг, я скажу, что я шериф, что я посижу, я дам какие-то проверки, я сделаю что-нибудь. Не будет скрываться шестая, которая непонятно, по ней не сказали. Вы сказали свою речь, я вас буду набирать там по телевизору вместе с вами. Будем сидеть там и перезваниваться друг с другом, игрок номер 5. Ведите себя нормально. А вы чуть-чуть считайте и думайте, кто там между ними черный, кто черный не получается. Мят. Спасибо. Господин Россия. Ну, выставляю один. Правильно снять 6, то мы снимем игрока номер 1, если вы хотите. Почему правильно снять 6? Потому что если команда 1-6-7, то есть вероятность промаха. Потому что если снять 6-1-7 сидят далеко, а 6-7 сидят рядом. Но я не уверен, потому что 7 черный, но просто правильно, если 1-6-7, правильно снять 6. Хотите снять 1, снимем 1. Первый матч проиграл игрока номер 9 за то, что он сыграл в команде 2-7-8. Когда сделал провокацию, сказал, что первый проверенный черный. Но она не была проверенной черной. Поэтому, когда скрывается игрок номер 6 с проверкой 3 черный, я на весь лоб показал, что уходит игрок номер 3. Потому что если я сниму первый, вдруг она окажется красным игроком, просто снимите третьего, и будет 3 в 3. Именно поэтому сказал, что уходит номер 3. Потому что она еще не была проверенным черным игроком в тот момент.
Сейчас проверенный один, да. Вставляю игрока номер один. Снимаю первого, окей. Почему я на прошлый курс сказал, что он подозревает 1-7? Потому что седьмой все время смотрит на игрока номер один. И вы сами сказали, что вы смотрите, правильно? Есть. Поэтому у меня были подозрения, что 1-7 вместе с черным. Снимем один, проверю 7. Выставляю один. Вроде бы доступно объяснил. Спасибо. Спасибо и вам. Мы выбираем рандомно с игрового стола и выходим в процесс голосования. На голосовании выставлено две кандидатуры в следующем порядке. 1-2, 1-2. Итак, тот, что полгода. Спасибо. Практически единогласно. Гаспара Вегас, ваша минута в этой игре. Значит, спешу вам напомнить. Девятый игрок не сыграл со вторым игроком, не сыграл с первым игроком, которого он подозревал, не сыграл с шестым игроком, которого он подозревал. По его версии, сыграл со всеми, скорее, красными игроками, как получалось по столу. Он проверил девятого игрока. Скрылся с моей черной проверкой. Я показала, я не шериф, я игрок красный, два черный. После этого человек вам рассказывает, что он первую не проверял. Он проверил девятого игрока игроком красным. Сейчас уйдет игрок номер один, потому что вам всем вкусно, что первая не красная. Вкусно соусом полейте, что первая не красная. Аргумент, почему 1-6 вместе черный, у ребят один. Был перемаяк на 9. На 9. А как был? То есть сидят слева от игрока номер 6. Игроки 7, 8, 9, 10. Но кивок, да, головой, глазами, ушами, чем-то был именно на 9. А как я поняла, кто между 8 и 9 стреляет? Очень забавно. Наверное, потому что 5 показал на стол, что стреляется 9. И сыграли от этого, стрельнули 9 игрока. И используют это как аргумент. Черная команда 2, 3, 5. Продолжаем. В нашем городе не зарядить, наступает... Славный добр для вас, господин информационный, вас ночью Беломафия, ваши обычные минуты. У вас получается 1, 6, 10. Да, так получается, да. Но сейчас 6 выбираете. Объясняю, почему первый игрок. Не, у вас же тоже 6-я же. Может, они покупают нас, но 9 сказал, что второй больше шериф. А первая не могла скрыться шерифом, потому что первый игрок, она попилилась с 5-м игроком. То есть шериф там, она сказала... Да? А! А, теперь у вас, не знаю, короче, сори. Не, ладно. Так получилось. Умейте звукозвучивать. Это, вдруг она так ужасно сыграла свою третью черную, ну зачем мне здесь страдать? Короче, смотрите, я такую тяжелую ношу на себя брать не буду. Я играл по версии игрока номер 2, 5, зачем меня стрелять? Зачем меня стрелять? Я уберу игрока номер 6. У вас время. Спасибо, пас. Спасибо. Уважаемые аплодисменты, господин фармацевт из игрового стола. Я хочу напомнить, что у всех есть по одному хвалу господину Бекенблэка, 2. Наш новый день начинает Гаспара Крис. Ваша минута. Доброе утро, город. Выставляю 5, выставляю 2 на голосование. Принято. Я 5. Действительно шевелю в этом городе. Игрок номер 2, когда проснулся, что сказал на своей речи? У него один проверенный игрок черный. На тот момент у него был проверенный. Он говорит вам, что игрок номер 9 был проверенным игроком красным. Я сижу шерифом, у меня 3 проверенный черный по направлению игрока номер 4. Четвертая сказала в этой игре, ей очень нужна проверка игрока номер 3. На что второй показал 3 красный в этой игре. Я проверяла игрока номер 3, потому что думала, что красный 4. Единственный аргумент у игроков 2-5, он показывает свой сломанный палец, видимо, какой-то типа а-ля шерифский, но это палец Дона в этой игре. Игрок номер 5 хлопает вот так вот, когда оставляет красное неправильное завещание. Я шериф, смотрите, у него получается черная команда 1-6-10, где 10-й игрок ни разу в этой игре не назвал меня игроком красным. Все игроки, которые уходили, оставляли 10-го игроком красным. 10 секунд. Следующее, игрок номер 2, на тот, от безысходности вскрывается потом, что у него 9 проверенный красный, потом вскрывается один проверенный черный, когда он уже сразу скрылся. Да если первая черная, она сразу же вскрылась. Спасибо, госпожа Крис. Господин Сайбенко, на вашу минуту. Выставляю 10, выставляю 5. Принято 10. Только зачем он стреляет в свои руки? Вот мне объясните, игроки 6 и 10, зачем он стреляет в свои руки?
У него 8 и 9 с ним играют. Он их стреляет. То есть вот он не хочет выигрывать, то есть я сомневаюсь, он там потенциально меня черным называл. После этого он стреляет свои руки, ну вы не стрельнут меня. Я слушаю, я еще послушаю 10-го, я буду слушать 2-го, я буду слушать 5-го. Игрок номер 6, успокойтесь, я услышал все ваши аргументы, я понимаю. Я буду слушать 10-го, я буду слушать игроков 2 и 5. Я послушаю, и я приму решение. Я очень хочу выиграть эту игру красный, попилить и еще раз поговорить. Умейте, пожалуйста, жестикуляцию. 10 секунд. Успокойтесь, игрок номер 6. Просто вот я услышал все ваши аргументы. Я их услышал. Не надо мне их еще раз повторять. Я послушаю 10, 2 и 5. Время. Спасибо. Господин Йети, ваше. Эта игра выигрывается от моего красного цвета. Я сыграл по 0,378, где третий проверенный черный у моего дома. Правильно? И въехал за это в свой первый отстрел. То есть я с Каспаржой конфеткой конфликтовал за то, что он отдавал на проверку третьего. Я почти сказал, считаю его больше красным игроком в этой игре. И заехал на конфетку в свой первый отстрел, чтобы что? Набагрить. Потом игрок номер 6 проснулась и давала конфетти маяк, что она проверила игрока номер 3 черным в этой игре. Выставляю 5, выставляю 2. Если принято, помнишь, 2. Я сказал, что игрок... Вы не можете играть в этой игре в команде, типа, ну, в общем, третий был краснее, чем второй, своей реакцией и своим поведением. Теперь успокойся, 10 восьмой секунд. Игрок в этой игре считал меня красным. Он на своей последней минуте не понял, что я проверенный черным. Мне объяснял, он настолько красным меня считал. Теперь не слушай этих двух и прекрасных красных. Спасибо. Господин номер 7, ваша минута. Поставляю 6. Во-первых, я его не проверял. Принято 6. Возможно, что он проверенный черный. Это ложь. Дальше. Игрок номер... Она скрывалась игроку номер 4 конфетки, а конфетку оставила 1, 3, 6 черными. Правильно? То есть она как бы не увидела. Получается, что 6 вскрылась. Дальше. Аргументы. На прошлый круг он сказал, что он понимает цвет игрока номер 6 и понимает цвет игрока номер 2. Он сказал, выставляя игрока номер 1, пас. То есть из этой речи следует, что у него второй шериф, а шестая черная, правильно? Это если черная сказал, команда 2, 5, то вас дадим черным, и он будет голосовать со мной. Потому что он сказал, что понимает цвет 6, и он выставил игрока номер 1, за него проголосовал. Это понятно? Дальше, потом, при нуле игрок номер 6 сказал, что скорее всего среди 1, 2, 3 есть черный игрок, скорее всего третий больше красный, из-за того, что 2 показал 3 красный, соответственно, у него чернота смещается к игрокам 1, 2. При этом проверил игрока номер 3. Это третий аргумент. И еще аргументы. Убился 9, сказал второй шериф. Убился 8, сказал второй шериф. Оставляю 6. Достаточно аргументов, чтобы снять игрока номер 6. Время. Спасибо. Я прошу умереть немножко эмоционал. Господин Бакенбург, ваша ведомость. Да, чувак, ты всех послушал. Без звукового сопровождения. Я уже все слышал. Значит, смотри. Давай, как игра развивалась. У него 2-3-5 черная команда. Я сыграл 2-4, когда он показал 3 красные. Говорю, не, ребят, уже что-то мне не нравится. 4 подразовет 3, играю только 4. Когда мой черный показал мне, что черный красный. У нас достоверных есть 3 цвета только. Ну, не считай тебя достоверным. 4, 8, 9. Четвертая стояла 1, 3, 6. Восьмой сказал шериф 2, девятый сказал шериф 2, пацану. Ну, а там забиваешь, сколько он же себе. По-моему, по мне очевидно, что ну, когда она красная, это видно, когда черная видно. Я объяснил, почему я посчитал ее черной изначально закинул. Значит, первая давал на девятого, и он говорит, он использует это, чтобы окрасниться. В чем окраснение? Нет. Я увидел, сказал, он давал мэк. Какое? От этого никак не окрасняешь. Послушай, если ты сомневаешься, я вижу, там сомневаешься, смотришь больше нашу версию. Есть 3 красных игрока, по версии которого 2 шерифа. 10 Перить секунд. Не надо. Значит, у него 10 непроверенный черный. Выставляю 6. Значит, 8 шел, сказал шериф 2. 9 шел, сказал шериф 2. 4 стала 1, 3, 6. Все. Она говорит, первая выставилась. Первая не может встретиться, она 1, 5. Вась, вы считал меня красным, я бы сыграл своим первым пострелом. Третий холл, господин Йети. Я прошу убрать руки лопа с игрового стола. Мы переходим к голосованию. С этой секунды за любую жестикуляцию агитации будут раздаваться фоны. Голосование выставлено 4 генератора в следующем порядке. 5, 10, 2, 6. 5, 10, 2, 6. И мы так пойдем голосование. Итак, город. Кто то, что стол поднял на 5? Спасибо, 2 голоса. Кто то, что стол поднял на игрок номер 10? Спасибо, 1 голос. Кто то, что стол поднял на игрок номер 2? Спасибо, нет голосов. Поставьте, пожалуйста, 2 голоса 6 игроку. По 30 секунд получают игроки 5 и 6. Господин Бекенбой, ваши 30 секунд. Да, чувак, ты попил послушать сейчас, а что ты еще хочешь слышать? Слушай, они говорят, что у них есть аргументы, а у нас аргумент только отстрел.
По факту аргументов ноль у них. Я объяснил, почему изначально показал черное она. Ты, может, не видел что-то? Я показал. Шестая черная, все. На четвертой сказал, 1-3-6 черная команда оставила тройку черных. Она говорит, я встрелась с четвертой. Если она бы встрелась с четвертой, она бы 6 не оставила в тройке черных, понимаешь? Mm-hmm. Она встревается 4, на 4 не. Ну прикинь, ты красный стреляешься, я тебе стреляюсь. Ты меня в тройке черных оставишь? И ты стоишь, говорю, возьми черный. Нет, ты оставишь другую черную команду. Спаси, бам, газ прокрыть, ждите. Смотрите, игрок номер 7, вы на нулевой круг решили нас помирить. Игрок номер 5 почему-то заочно сказал, что я игрок черный, а я в этой игре игрок шериф. Смотрите, нету черной команды 6-10. Игрока номер 10 оставляли все игроки, игроком точно красным. Игрок номер 4 подозревал сильно игрока номер 3. Игрок номер 2 в девятке вскрылся один проверенный черный и сказал, красная 6, правильно? Да я не буду вскрываться, он сказал, я думаю, среди 5-6 не сильно черная 6, я не буду вскрываться в этой игре, я вскрываюсь только потому, что я шериф. 2, 3, 5, черная команда, 10 красный, я шериф. Фол и фол. Господин Бэкенблэк заработал фол, госпожа Крис заработала второй фол. Господин Бэкенблэк, вы заработали третий фол. У нас повторное голосование среди игроков 5-6. Итак, кто-то же топнил, игрок номер 5. Спасибо. 2 голоса, 3 голоса, 6 игроков, госпожа Крис, ваш зачем-то в этой игре. Не, все правильно, да. 1-3-6, черная команда. Я, кстати, думаю, что ты меня слышал ночью, стул скрипел, когда я сидела. Да, 1-3-6, черная команда. Почти. План был другой. Я тебя шерифом сразу в первую ночь нашла. Я вообще подумала, что ты шериф, я хотела сломать 5 и кликнуть отстрел на тебя. Но я думаю, блин, какая вероятность, что с 1-3 кто-то там что-то поедет, не знаю, было сложно. Ну, как раз так нашлось. Я не, ну, типа, если бы ты не сказала, что у тебя первое проверенное черное, если бы я почувствовала, что у тебя все-таки нету черной проверки, то я бы просто скрылась в сторону с каким-нибудь черным, ну, не со своим черным, а у тебя еще первое проверенное черное. Я именно вскрывалась, чтобы не сняли 3, сняли 1, и я убила тебя. Но... Да, блин, бред, как ты мог 9 секунд ночь проверить? Если бы он сдох. У вас время. Спасибо. Проводим. Стоп. Группа Беды Красного. У меня когда не добили, я понял. Красные.